Всем привет! Красный B3 Passat седан. Крышка багажника, она вот так вот гуляет. Здесь уже стопом достает до низа, но гуляет. Вот. Можно замком, конечно, ее подрегулировать, чтобы она села ниже, но я хочу поставить взамен той резинки, которая стоит там, уплотнительной, волговскую, и посмотреть, что из этого получится. Потому что здесь она вот такая вот. Ну, машина еще, по всей видимости, в жопу была битая. Ну, здесь сделалась, варилась. Вот она. Но попробуем исправить это резинкой. Волговская вот такая. Родная вот такая. То есть даже по высоте можно увидеть, что волговская она выше. Плюс, когда открываешь окно, в салон тянет выхлопные газы. Может быть, эта резинка спасет еще и от этого. Ну, попробую сейчас ее поменять. Этот замок, может, еще чуть-чуть отрегулирую вверх-вниз. Ну вот, поставил я эту резинку. Села она, как будто специально для этой машины была и сделана. Даже вот этот вот кантик аккуратненько так прям лег, как будто заводской. Ну и вот что получилось. Ну, сейчас попробую закрыть и посмотреть, как он болтается. Ну, все равно крышечка прыгает на... Сейчас отрегулировать замок. Крышка продолжала болтаться. А делаешь низко, она не закрывается. Снял и увидел вот такую вот выработку. Не хочет фокусироваться. Вот. Вот такую вот выработку. Может быть, это еще специально подпиливали. Сейчас просто ради эксперимента попробую намотать сюда изоленту. Если все станет отлично, то потом возьму вот по этому диаметру термоусадочку и поверх изоленты термоусадку. Можно даже пару штук термоусадки, и будет отлично. Я так проделывал с дверными вот этими петелечками. Ну, сейчас попробуем. Ну вот, подмотал изоленты, и все. Все прошло, перестала болтаться крышка. Сидит плотно, закрывается хорошо. Вот. Ну, в дальнейшем я все-таки думаю, даже не термоусадкой. Вот, я сделал изолентой. Вот. А просто взять вот этот вот штыречек. Ну, видите, как она закрылась и не шатается. Просто взять этот штыречек, вот, допустим, вот с такой вот с дверной. И туда его приварить, и все. Чтобы убрать эту выработку. Ну, или, может быть, если есть новый, то купить новый, он как раз уже здесь будет. Вот с этой вот штучкой. Это бэушный, можно потом в дальнейшем просто купить новый. Но сейчас поеду еще попробую, посмотрю, будет вонять в салоне выхлопными газами или нет. Потому что еще может подсасывать сбоку вентиляция багажника. Может, там она уже осыпалась, оттуда и может тянуть. Ну, это уже будет отдельная история. Ну и вот, перестала сосать выхлопные газы через крышку багажника в салон, когда открываешь какое-нибудь окно. Было, что выхлопные газы в салоне пахнут. А теперь с новой резинкой на крышке багажника от Волги и изолентой на штепселе этого замка выхлопные газы в салон не тянет.